Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жесть какая! Меня сверлят! Так-так-так... Привет! Витёк здесь, и несмотря на то, что я чист, я шахтер. В том смысле, что я не испачкался. Это игра Domekeeper. Это Хранитель Купола. И мы продолжаем. Это у нас третья серия. И здесь, надеюсь, что-то еще интереснее мы найдем с вами. Во-первых, мы с вами поиграли за лазерный купол и за купол с мечом. Как по мне, лазерный купол, ну, как-то удобнее, интереснее. Меч — это, конечно, такое еще себе изобретение. Инженер, здесь маркшейдера у нас нет, устройство. Мы с вами открыли новое устройство себе, репеллент. Мы сегодня пойдем с репеллентом играть. Установите баг с репеллентом, то есть у нас не будет щита, у нас будет какой-то репеллент. Для отпугивания монстров используй спрей на купол и задержи атаку монстров. То есть, я так понимаю, между атаками монстров будет больше времени, либо сами монстры будут более замедленные. Не знаю. Ну и, конечно же, охота за реликвиями. Нам нужно, мы еще не все открыли в этой игре. Нужно сначала все открыть. Дальше, конечно, сложность тяжелая, размер карты теперь давай большой. Карта на несколько часов, что? Вы готовы? Чатикс, вы готовы на несколько часов? Да, кричат, копать! Го! Вы видали, видали, какая поддержка? Ну ладно. Большая карта. Ну, давай попробуем. Погнали. Несколько часов. Надеюсь, несколько часов — это два. Потому что я что-то больше не готов посвятить. Ну, значит, в две серии уложимся. Давай почитаем. Так, здесь все стандартное. Это у нас... Снижение урона от рукопашки, окей. Это я сам, это мы все читали, знаем, это наша пушка, знаем. Вот, репеллент. Установите баг с репеллентом, используя спрей. Задержка волны в циклах. Все-таки сама волна задерживается. То есть не монстры медленные, а сама волна дольше, ну, больше времени между приходами монстров. Вот так. Так, что такое время производства в циклах? А, эту задержку еще произвести надо, что ли? Что за бред? Задержка увеличивается здесь. Нехило я так. А здесь, применение за биту. Что такое слабость? Позволяет распылять во время битвы особую субстанцию, замедляющуюся... А, смотри, замедление и монстров тоже есть. На 50% замедляет на 8 секунд. На 12 секунд. На 60%. В 16 секунд 70%. Это жесть, можно всех уничтожить успеть. Очень крутой репеллент, я вам так скажу. И гидратация. Время ускоренной работы репеллента в циклах. Так, используйте воду, чтобы гидратировать цисторну с репеллентом и произвести следующую его порцию быстрее. Ага, это чтобы не два цикла производства было, да, а быстрее производилось. Доп. Время действия способств. Слушай, ну я бы так, если честно, сказал, я бы весь репеллент бы на максимум прокачал бы. Это очень круто. Очень крутая тема, мне кажется. Давай попробуем. Пошли копать. Копать мой лоток. Копать мой квершлаг. Копать мою шахту. О, нормально. Это я удачно зашел. Давай. Копать мой данжен. Ну, вот так и поймут, о чем я. Я думаю, сразу бур. Или тяжесть. Давай бур. В общем, тут спрашивали, в чем смысл игры. Смысл в том, что нужно копать, добывать полезные ресурсы, эти ресурсы тащить на базу. И, соответственно, за счет этих ресурсов улучшать свой купол. А зачем улучшать купол, сейчас можно будет увидеть. Потому что здесь начинается движуха периодически. Шмузяка опять какая-то новая. Сразу, наверное, чтобы больше тянуть можно было. Я
ждем, когда музыка изменится, это значит, начинается движуха какая-то. Опа-на! Секретный треугольник. Копти! Мне кажется, сейчас монстры пойдут уже. Вот оно. Вот оно, монстры пошли. Как я вовремя. Великолепно. Just in time. Вон он идет уже. Стоять, не бить мой купол! Все, отлично. Давай теперь направо. Нужно еще железо. Еще металл. Металл! Ну, вы поняли, о чем я. Что-то металла нету. Алло, металл, ты где? Вот он. Я его вижу. Так. Тащим металл. Будем тащить вот здесь. Потому что все равно нам нужно будет прокопаться, посмотреть. А, еще металл. Хорошо. Уй, хорошо. Как-то мало металла здесь. Так, ладно, потащили. 6 металла тяну. Надо скорость увеличивать уже. Очень медленно двигаюсь, в принципе. Так, репеллент. Он, в принципе, работает, да? То есть его можно просто усиливать периодически. Давай, ускорение бахнем. Я могу репеллент усилить как-то? Я могу гидратацию, но это водой, да, усиливать его? Ну а почему бы и нет? Ну хотя он пока очень мало производит. Воду надо сначала прокачать его хоть чуть-чуть, мне кажется. Этот репеллент. Пока рановато. Так. Че, уже? Так быстро? Иди сюда. Там купол избивают уже. Стоять! Так, сколько у нас здоровья? Надо уже радар, наверное, вкачивать. Радар и здоровье. О, нормально, здоровье еще вагон. Хорошо, ладно. А что у нас, 4-3, да? Ну что, бахнуть репеллент? Давай улучшим репеллент. Все, я запустил репеллент, я замедлил эту всю фигню. Блин, одна вода всего лишь. Ну капец. Жестко. Нормально, смотри, как долго. Сколько времени дает репеллент дополнительного? Очень много. Это круто. Еще вода. Еще одна вода. Что-то жестко как-то. Игра меня. Что, здесь как-то какая-то твердая порода? Нужно здесь улучшать сверло. Куда ты катишься? Капец, чуть не обкакался, тяну все это дело. В принципе, успеем еще пойти покопать, да? Или не успеем? Ну, чуть-чуть можно успеть покопать. Давай, быстренько вниз. Там какой-то кровавый дождь идет. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, отлично. Да что ж ты не берешь-то все? Так, один надо сбросить. Слишком медленно буду лететь. Давай, давай! Сейчас еще лазер улучшим или еще что-нибудь. Успеваем как раз. Супер, так. Много железа. Можно бур, в принципе, кстати, нафиг нам лазер. Пока все в порядке. И давай реально бур улучшим. Сверлить надо хорошо. Так, летунов нет, это отлично.
Эй. Бам, по куполу дал мне. Супер, прям идеально получилось. Так, тебя надо забрать. Бросить пока здесь. Пошли копать шахту дальше. Ищем добро. Чем больше добра найдем, тем лучше. Заметьте, я фиолетовых вообще почти не нашел. Одну штуку там. О, смотри. Еще две. Что это за ниша такая непонятная? Что-то жестко. Опа. Первый усилитель. Ну, давай, 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 быстрее. Вот тут железо еще есть. Металл. Пора возвращаться. Ладно. Потом. Не суть важно. Давай, 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 давай. Топи, 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 топи. Быстрее, 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 быстрее. Они уже здесь. Блин, у меня дуло где-то далеко. Жестко. Так, надо репеллента бахнуть еще. Есть, есть улучшение репеллента. Запускаем репеллент. Надолго должно хватить. Погнали, тут там металл весь надо вытащить, улучшение надо вытащить. И вообще посмотреть, что там еще есть. Опа. Три красненьких. Сойдет. Можно будет ослабление ближнего боя дать врагам. Блин, как же тяжело идет. Давай, 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 копки. Отлично. Так. Что-то нет, не взял. А, тяжеленная жесть. Давай, топи, Витёк! Так, телепортер. Двусторонний телепортер с приемной станцией под куполом и переносным порталом, который можно устанавливать в шахте. Это вообще клево, туда-сюда-то. А, ну единственное, что я только сам пешком могу телепортироваться, а не с предметами. Либо оглушающий лазер. Знаете, лазер, который автоматически наводится на цель и оглушает ее. Ну, большинство за лазер. Кто-то говорит, вообще кобальт. Не, ну лазер явно лучше, чем кобальт. Эй, тихо. Погнали. Копаем в глубину. Сейчас бы с телепортом раз спрыгнул бы. Чпох, и дома. Вода. Пора потихоньку уже назад. Ласты. Все, поехали. Нет времени уже ждать больше. Тащим воду. Возможно, нужно поставить ускорение зарядки репеллента уже. И тратить туда воду. Ё-моё. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а чё-то я тупарь. Надо было вот это улучшать сначала, да? Хватает нам на эту штуку? Прочность плюс 300. А погоди, а лечения нету. Когоцел запаздывает. Хорошо.
Килимся, живем. Так. Ладно, металл ушел не туда, куда хотел. Печально. Боже мой, какая твердая порода здесь. Музяка. Музяка пошла. Очень жестко. О, наконец-то, металл. Тащим. Сейчас этот металл притащим, в принципе, и все, и время уже выйдет. Надо еще вот здесь подолбить чуть-чуть. Пора наверх уже. Как быстро время летит, жесть. Да, без щита, конечно, надо усиливать уже лазер. Что мы можем в лазере усилить? Ну, урон. Урон, да. Получается только урон. А чё? Пока нам ничего не суждено. Так, это что у нас? Автономность, это тормозящий лазер. На это тут металл нужен. Ну, нужно много металла, ребят. Нужно много металла. Так, я готов. Incoming. Крути скорость. О, мелкие идут. Так, это изи была. Эта каточка была изи. Давай, побежали, бегом, бегом, бегом. Блин, и меня прокачивать надо, и все надо прокачивать. В том смысле, что уже явно не хватает ни подъемности, ни скорости движения. Хорошо. Ой, хорошо. Богато живем. Давай, 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 тащи. Ой, надо репеллент, кстати, выпустить. Что-то я тупанул. Репеллент забыл, согласен. Сейчас бахну. Ну, его можно посредине пускать, ничего страшного. Другое дело, что он не производится сейчас. Так. Ох, это медленное тащение моего тела бренного. Так, ну три кубика меня вообще никак не замедляют, я смотрю. Стоп, там еще металл есть. Отлично. Тащим. Там еще один упал. Да, 6 штук тащу, и это очень тяжело. Надо реально усиливаться. Надо скорость лазера увеличить. Возможно, кстати, уже нужно поставить вот эту вот штуку. Так, а это что дает? А, во, вот может вот эту штуку поставить? Типа способность, замедляющая врагов. Неплохая способность должна быть. И скорость лазеру даже можно будет бахнуть еще. Тупо, чтобы быстрее шевелился. По-моему, отлично. Во, нормально. Погнали. Внизу. Навонял. Давай, пока воняет. Отлично. Отлично. Надо купол будет скоро лечить.
Давай, копти, мужик. Там много вкусного внизу еще лежит. А как внизу? Они вот там на этаж выше все. Давай докопаем, наверное, тогда. Посмотрим, что еще здесь есть. А тут все, тут тупик уже. Ну ладно, тащим. Вот эти два, они, видишь, они не замедляют мою скорость, но при этом они тащатся. Я их тащу волоком, это фич такая есть. Если бы я просто их еще к себе прицепил, я бы вообще с места не мог бы сдвигаться. Не хватало бы сил. А так, живем. Боже, как быстро эта полоска летит. Я долетел уже, все, там уже нифига ничего не осталось. Жесть. Уже пора обратно лететь. Почти. Все, уже не могу больше себе позволить. Пора обратно. Да. Беготня та еще. Есть улучшение телепорт, который перемещает тебя с ресурсами. Да, я помню, что там есть такая штука. У нас с вами 8 железа. Ну что, может бахнуть эту штуку? Правда, воды нифига нет, если честно. Ну и бахну я ее, и что? Воды-то нет. Я не смогу ее прожимать. Увеличить урон лазеру. Слабенький он все равно. Так, ну что-то как-то, видимо, себя прокачиваем. Грузоподъемность или скорость движения? Наверное, скорость движения. Ну и похилим, наверное, разок купол. Погнали, я готов. Камень. Напердел, навонял. Только летуны, что ли, сегодня? Идеально. Так, ты запол... Нет, это еще не готов. Вот потому что тогда не запустил, и все, видишь, он не готов теперь. Так, я теперь быстрее летаю. О, подарок судьбы прям. Ух ты, ух ты. Надо грузоподъемность качать. Не могу себе позволить столько поднять сразу. Летим, 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 летим. Донатов не было. Я видел, там полтосик прилетал, но полтосики не озвучиваются у нас. Сейчас репеллент забахнем. Забахнем. Забахнем репеллента. Он как раз созрел. А я могу себе подъемность увеличить? Да, я могу грузоподъемность увеличить. Хорошо. Полетели. Топи, 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 Витек, давай быстрей. Так, я направо копал, там ничего. Там было добро. Оп. Вот и вода появилась. Видимо, здесь вряд ли что-то будет. А не, слишком рано я со счетов скинул, да, это все дело. О, смотри, нормально. Уже качу какое количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уже 9 более-менее могу тащить ресурсов. Как раз успеваем к началу волны. Супер. Давай. Ну что, теперь, наверное, надо усиление репеллента ставить, которое вот, чтобы лучше качалось оно. За воду. А где оно? Мелочь, конечно. Опа, крупныч. Замедляем все это дело. Замедляем. Идем в атаку.
Так, не понял. Я вроде вкачал. Используйте воду, чтобы гидратировать цистерну с репеллентом и произвести следующую его порцию быстрее. А, все. О, гидратировал. Окей. Репеллент теперь будет быстрее производиться, это хорошо. Так, там еще какое-то добро слева должно было остаться, но мы туда потом еще зайдем. Давай справа поищем добро. Так, опять вода нашлась. На гидратацию пойдет и на прокачку. Витя, копай, кричат. Копаю. Еще куча добра. Зачем я столько воды взял, не знаю. Ну ладно, тянем, тянем. Тянем, тянем. Мне кажется, репеллент это имба, если честно. Сейчас вот хорошенечко прокачать его. Смотри, он как создался уже сильно. Можно еще воды туда плюхнуть. Успею хоть что-то притянуть еще. Чувствую, не успеваю. Давай покопаем просто. Пора домой уже. Туда-сюда сгонял просто так в пустотелку. Так, что мы еще бахнет? 9, 8 воды и 5. Нет, ну пока рано еще 5 туда тратить. 9, по-хорошему бы... Усиление также увеличит задержку следующей волны монстров. Учитывая, что я буду теперь постоянно воду туда тратить. Да, я, наверное, вот это усиление возьму. Доп. Время действия способности. Гидратация цистерны также увеличивает срок действия боевой способности репеллента, активированной на следующей волне атаки. Но это потом уже можно будет, если вдруг пригодится. Все, вроде бы я пока больше бафнуть-то особо ничего не могу. Лазер не хочу улучшать пока что. Деон, наверное... Надо было портал, наверное, брать все-таки. Зря послушался чатик. Окей, оставляем все как есть. Не, ну замедло это тоже крутая тема, кстати. Вот прям очень крутая тема, это замедло. Все, выпустили. Выпустили газ. Погнали. Отлично. Богатого ресурса нашел кусок. Здесь все, да? Ковыряй. Ну, здесь вряд ли что-то еще будет. Ну да. Так, у нас слева что-то там еще валялось, я помню. Пойдем подберем. Ага, вон они, ресурсы валяются. Погнали. Я думаю, можно отнести домой. Там тем более нужно это в воду запихнуть в репеллент. Ускорить движение всего этого дела. Отлично! Ромашут подержал на 410 рублей со словами: «Витя, а чара с банхмером и молоток все еще с тобой? А то тут как раз ты недавно на стриме прокрутки включал анимацию про себя. Вспомнилось». Конечно. Только чара уже давно не у дела, а молоток периодически, но приходит, кстати. Спасибо тебе за поддержку. Спасибо за донатище. Очень приятно, что ты не забываешь даже таких легендарных личностей. Так, что-то кажется, пора домой, да? Погнали. Что-то я задержался, елки-палки, задержался. Но, Витя, лети.
Тащи штукенцию. Бах, сейчас как по заднице влетит. Давай, 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 топи, топи, топи. Вроде успеваем. Топи! Топи! О нет, они уже идут. Давай, 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 быстрее! Зонд. Встраивает ваш скафандр специальный зонд, который при активации спускает импульс, отображающий ресурсы неподалеку. Вообще неплохая штука, кстати. Взрывное бурение устраивает под куполом машину, которая использует воду для производства взрывных снарядов. Ну, вода мне нужна для другого. Я бы, может быть, и взял бы, если бы мне не было куда воду девать. Но я воду сливаю сейчас очень сильно в репеллент. И уж лучше я буду задерживать волны, чем что-то там взрывать. Поэтому я, конечно же, выберу зонд. Что-то я могу улучшить перед тем, как завалить этих засранцев всех. Чуть-чуть не хватает на пушку. Улучшить способность замедления? Почему бы и нет? Так-то имба. А здесь сразу два заряда давай сделаем себе. Вообще. Чума. Ай-яй-яй, там идут, идут, идут. Купу чуть не сдохнул. Нас сейчас будет чинить купол. Репеллент готов. Прожал, когда уже нашел. Железо! Железо в бой! Тащу, тащу наверх. Витя, ты имба! Спасибо. Тащим дальше. Дальше тащим! Упс, чуть не промахнулся. Так, ничего нету. Внизу, по крайней мере. А здесь? Вот. О, железо нашел. Смотри, сколько железа. Оно капец жесткое. О, жесть, надо буру улучшать уже. Вообще не копается. Так, нужно улучшать бур. Сейчас как раз приедем на базу. Заряжу себе сканер и буду улучшать бур. О, красный дождь. Так, лечиться. Двадцать железа. Корректирующий луч лазер, если вы достаточно близко к цели. Че, может, сумноводку эту взять? 16, правда, стоит. Капец, дорого. Может быть, лазер усилить? Но бур тоже нужно усиливать. На все не хватает. Здесь пока повременим, да, вот с этими всякими вещами. Так, ну тут либо бур, либо лазер. Я не знаю, как мы тут переживем. Но вроде с лазером нормально по силе-то. Давай так, давай пока ничего не будем. Сейчас посмотрим, если совсем печаль какая-то будет на сражение.
Я тогда сразу лазер начну улучшать. О боже мой, большой и толстый прилетел. По-моему, пора лазер улучшать, ребят. Вы уж меня простите, но мне явно не хватает силы огня. Лечу, лечу, лечу. Не бить! Стоять! Здесь я был, это работает. Все, летим дальше. Там справа внизу у нас еще куча металла, это я помню. Давай посмотрим, что здесь. Что-то внизу там вдалеке есть. Одиночное. Либо начало хорошего пласта. И зачем я сейчас это использовал? Во, металл, нашел металл. Чем глубже, кстати, чем крупнее грозди металла. Давай. Надо еще один скинуть. Слишком медленно движусь. Двигаюсь. О, сейчас репеллент еще, кстати, воскресится. Ну, в смысле, зарядится как раз. Удобно. И сейчас, видимо, бур улучшаем, да? Еле тащу, жесть. Полетели. Дополнительное время себе выиграли. Я думаю, туда же надо заехать. Тут же поворот. Вот откуда-то отсюда. А, и надо проверить, что там, кстати, было. А что такое? Да, что-то одиночное явно. Можно это выкопать. Это алмазик. Где-то справа снизу еще металл, по ходу дела, есть. Как я раньше времени приехал. А, так, так, так. Ну, вроде бы на усиление ничего нету. Тем более воды мало сейчас. Воду оставляем на репеллент. Ну, тогда сидим, пердим. Я готов. Выходите, черти. Опять толстенький идет. Много летунов. Летающий заход. Нормально справились. Про право я помню. Может сразу сходить направо. Я же как бы бур себе улучшил. И мы сразу направо. И вот здесь вот как-то не очень много чего-то было. Я же сканером здесь долбил. Надо долбануть здесь еще сканером. Все, здесь видишь, только металл и вода. Ну, неплохо все равно здесь много вытащил. Давай вот здесь пойдем. Вон, внизу еще металл. Отлично. Качу, качу. Медленно, но верно. Посередине где-то внизу металл. Запомнили, да? Один сбросим. Хотя можно было и так тащить. Все равно это единственный подъем получается. Я же не буду сейчас туда-сюда.
Эх, так хочется лифт какой-нибудь, кстати. Вот лифт вместе со сканером, мне кажется, это прям так классно. Чё, 15? 16? 16? 16. Наверное, все-таки скорость. Или транспортировка? Транспортировка. Я готов к битве, давай. Ой, какой-то челик, смотри, прибежал. Что это такое? Он очень толстый. Что это был за челик? Я что-то не помню, что я таких вообще видел. Отлично. Отлично. Где-то здесь. Ага. Металл. Оу! Кто это? Смотри, сколько Ромашут я тащу. Ромашут подержал на 2000 рублей со словами «Все по справедливости, чатику развлекалова, Витьку копеечка». Спасибо. Пилотку в студию, пожалуйста. И еще, спасибо. Витя, попробуй правильно прочитать мой ник. Ромашвот, World of Tanks. Пилотку я обязательно сделаю, но я же не во время записи это буду делать, согласись. У меня движуха вон какая. Обязательно сделаем пилоточку. Спасибо тебе за твою ультраподдержку. Спасибо огромное. Пик. Зяк такая прям. Ой, боже мой, это очень жесткий камень. Нафиг я его уже не бью. Пора возвращаться потихоньку, помаленьку. Ух ты. А вот такая штука не обнаруживается, кстати, с камером. Пора домой, давай. Давай, тащи, быстрей, побежали. Еще раз спасибо за донат. Лечу. Успею? Ну, по идее, должен успеть. Давай, тащи. Все, начинается уже. Ну, я вовремя. О, телепортер снова нам дают. Взрывное бурение, либо телепортер. Давай телепортер, наверное, бахнем. Так, что я принес? Наверное, давай улучшим рукопашку. Полностью захилим себе купол. О, нам было сначала толщину купола. Ой, все, тупанул, ладно. Так, там какие-то злые монстры идут уже прям лютые. Я хочу двусторонний лазер, если честно, накопить. А пока нету сил на него, да? Поехали. Две штуки сразу идет. Три штуки сразу идет. Сейчас бы двусторонний лазер сильно помог бы. Я и сюда бил бы, и туда бил бы. Надо вот этого гасить. Он сейчас ускоряться будет.
портал, поехали. Ой, сканер забыл взять один, ладно. С одним сканером остался. Опа. Это я удачно зашел. Жалко, я в портал не могу с этими ресурсами попасть. Но я теперь могу телепортнуться, по идее, сразу туда, вниз. Я правильно понимаю, с портала? Сверху спрыгнуть и сразу вниз телепортнуться. Сейчас проверим, как это работает. Да, кричат, сможешь. Отлично. Очень много ресурсов. Скорость, может быть, толщину. Портал теперь есть. Та-та-та-та-та. Зачик глотнул упорины и сказал: спасибо, привет, Зак. Витя, хочу от всей души поздравить с Новым годом. А вообще, удачи и удачного стрима. Спасибо тебе огромное за твою поддержку. Очень приятно, спасибо. Нормально вообще, спецэффекты. Это что такое? Что я взял? Какую-то штуку взял, я забыл, что она делает. Телепортатор случайно? Не телепортатор случайно? Какую-то штуку там бросил. Что это такое за штука была? Что я там сбросил? Давай сдвоенный лазер сразу бахнем. Сразу ванизм включил. Почему тот чувак моргает? Ничего не понял. А, это тоже портал. Самоперезаряжающийся. Ёлки-палки, чё я нахожу какие-то дичи? А, боже мой, сканер забыл зарядить. Чё, как-то я бессистемно рыть начал. Поехали. А через него можно с металлом проходить? Через вот этот вот портал. Солнце светит, Витя пашет. Да-да-да. Что это за портал? Я какой-то портал нашел, который... Вот у меня, видите, появилась какая-то блинышек. Что это вообще такое? Качай свой телепортер. Да зачем? Опа. Какой-то ресурс захватил, но там... А, не, нормально. Красненький. Ух ты. О! Я уже где-то рядом. С финалочкой.
Господи, не ту кнопку нажал. Это я его как бы ставлю, а это я возвращаюсь. Все, ну бас. Понял. Ромашут подержал на 410 рублей со словами: вот, нашелся человек, который понимает, как нормально нужно читать мой ник. Спасибо. А так, у меня ДР. Можешь еще назвать алдов канала? Поностальгируем с чатику. Поностальгируем с чатика. Да где же я тебе только алдов-то назову? У меня сейчас все мозги, знаешь, куда направлены? Вот-вот, видишь, горилла прыгает мне на купол. Вот это мне сейчас страшно. Я не знаю, что с этим делать. Фух, так, сейчас, погоди. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, что тут? Портал. Портал теперь может перемешать ресурсы, а у вас больше не может. О, кстати, неплохо. Насколько это интересная штука? Вопрос. Скорость лазера, самонаводящийся лазер. Мне, кстати, кажется, с двойным лазером это должно быть очень даже неплохо сочетание. Он сам будет, типа, подправлять слегка его. Смысла нет, уже финал. Давай лазер бахнем. У нас очень много воды, кстати, скопилось, что есть приятно. Фух. Реально подправляет. Ой-ой-ой, большая чушка идет. С кучей маленьких ребят. Он вообще не тормозится стан лазером. О, она опять идет, она сейчас сядет и будет сверлить мне купол. Мочи! О боже. О, нормально. Я ее потушил. Прыгаем обратно. Чванник. Вообще ничего нету. О, нашел. Ха, как чуйка какая-то, да? Все тащим с собой. У-у-у-у, неплохо. А че он там один остался-то? Погнали. Да выезжай ты оттуда. Лент. Я обратно тогда прыгну через эту штуку. Хотя можно через портал обратно прыгнуть. Блин, эта штука прикольная, кстати. Через эту штуку быстрее. Вот чем она хороша, да? Так, 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 поперли дальше. Улучшение нашел. Блин, здесь надо улучшать себе копание, мне кажется. Очень тяжело идет. Так, давай сюда чуть-чуть закопаемся. Ефочку. Внизу, внизу, отлично. Внизу есть добро. Погнали, погнали, погнали наверх. Ой, надо было опять R поставить. R, в общем-то, телепорт. Когда у тебя есть телепорт, который ты нашел, персональный, вот это такой переносной особо и не нужен уже, да, для себя. Окей.
Лифт! Твою ж налево, лифт нашел! Давай разберем его. Не суть важно уже этот лифт. Он уже не так нужен. Так, пятнарик. Давай купол усилим. Расширим купол. Куча воды есть. Применить пока некуда. Эта штука заряженная. Ну давай, битва. Ё-моё, опять идут. Все главное с одной стороны. Вот это не везение, что все с одной стороны. Если бы они с разных сторон шли, я бы хотя бы двумя лазерами их убивал бы. А так у меня только один лазер стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? О нет, она села. Только не доставай свое жало. А, все, отлично, выключил. Хватило сил. Не то нажал, не ту кнопку нажал. Где-то тут добро было, вот оно. Хорошо. Ой, хорошо. Ой. Вообще не долбится. Нифига себе, пачку целую несу какую. Ёлки-палки, лес густой. Разве так можно? Это не противозаконно? Я с собой целую фуру вообще ресурсов везу. Не зря, не зря. Качал грузоподъемность, да? Надо вкачать бур. Надо вкачать бур, чтобы хорошенечко там покопать. Челнок. Даже ачивка какую-то получил. А бур 20-ку стоит. А хрен тебе его вкачаю, да? Я явно 20 не привез. Пятнадцать, 17, 18, 19. Блин, а, 20, все, ровно 20. Вау, нифига себе. Сильно. Слушай, надо постоять, наверное, и подождать, пока репеллент заготовится. Сразу его активируем. Ну, давай. Телепортейшн. Где-то вот там ресурсы еще были. По-моему, пора бежать уже. Что-то я бур-то усилил, но что-то как нифига. Так, жестко все равно. Погнали. Бур я усилил, но все равно жестко. Вообще не сверлится. Ну хотя бы не опоздал в этот раз. Тут я еще могу усилить. Железа не хватает на усиление. По-хорошему тут воды валом, сверли не хочу. Я бы еще лазер бы усилил бы, но 30-ка. Лазер сбивает энергетические снаряды. Кстати, это круто, наверное. Ладно, битва. Пожалуйста, поменьше с одной стороны, побольше с разных. Вот так вот.
Ух. Стоять. Что это за призрак был? Если это все, то это слишком легко. Чё-то как-то изикатка вообще. Так, жалко, что все эти телепортеры, блин, работают только... Надо искать, где тут уже финал. Вот он. Нашел финал. Я его открыл уже, по-моему, нет. Но нам сейчас покажет. Здесь все, приток идет. Какой-то даже ресурсик где-то есть. А, я его открыл уже. Ну, все тогда, это вин. Тогда это вин. Это мы удачно зашли. Ты становишься слишком опытным шахтером, пишут мне. Так и должно быть, мне кажется. Чем больше ты играешь в шахтера, тем более опытным ты становишься. Сейчас попробуем, давайте до конца посражаться. С лечением, со всем. Вдруг мне хватит силы победить эту волну. Последнюю. Я, конечно, понимаю, что это капец жестко и невозможно почти. Ну а вдруг? Пока терпимо. Так, отлично, они с двух сторон идут. Навонять. Нет, они прыгают. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жесть какая. Меня сверлят. Ну! Давай, лазерный луч, вся надежда на тебя. О, нет. Давай, давай, жизнь убывает. Но у меня защита на 40% от милишников, вы помните? Так, прокачиваемся, лечимся. Они сейчас каждым разом все сильнее и сильнее пилят же. Лечиться на волне можно, я знаю. Ну давай, умирайте. Есть, одна ушла. Давай! Это будет победа! Ну же! Еще одна ушла, последняя осталась. Да, я их сделаю. Наконец-то я зачищу последнюю волну. Своими силами, а не силами артефакта. Опять-таки, почему они все с одной стороны пришли, а? Ну, могли бы с разных сторон прийти. Достижение: гений подготовки, недра планеты. Купол спасен. Размер карты большой, разблокировать новый элемент. Престиж увядания. Новая боевая способность устройства. Ослабляет всех наличествующих монстров, мгновенно снижая их уровень здоровья. О. Берем. Что за облик? О, прикинь, можно инженера другого облика взять. У нас новое... Нет, погоди, репили... Стоп. А, это... Я понял, это увядание, это внутри репеллента какая-то штука другая появилась. А облик, видать, дали за то, что я крутой и с подготовкой прошел. Фух, ну чё, клёво. Отлично поиграли.
И нифига там не многочасовая катка. Мне обещали многочасовую катку. Погоди, а есть карта? Ну, очень большая карта есть. Ой, смотри, модификаторы какие-то появились. Быстрые, но хрупкие. Монстры двигаются быстрее, но у них меньше здоровья. Долгий цикл. У вас будет вдвое больше времени между волнами. Но сами волны сильнее. Ух ты! Лабиринт. Карта раскопок будет напоминать лабиринт со множеством рукавов, тупиков и поворотов. Клёво. Смотри, все больше и больше всяких вариантов открывается. Клёво. Ну, пишите тогда в ваших комментариях, что конкретно вы хотите увидеть. Я вам показал все возможности, опции, да, что, во что можно в следующей серии поиграть. Пишите, как бы вы создали следующую игру, с какими, может быть, с модификаторами, может быть, без модификаторов. Может быть, просто покатать, еще что-то открыть. Видите, мы же целый еще сад целый не открыли. Вот это вот устройство, да, что это такое, не разблокировано. Кто знает. Давайте. Лайки ставьте, писаем ссылочку на плейлист на группу ВКонтакте. С друзьями делитесь, добавьте в плейлисты. Пока-пока.